Более 50 старых остановок заменят в Балашихе. По поручению губернатора Подмосковья в 2018 году проведут работы по замене старых остановочных павильонов на современные. Всего планируется обновить более 3640 остановок. Московская область планирует ежегодно выделять более 7 миллиардов 200 миллионов рублей на обеспечение льготного проезда для граждан в городском транспорте Москвы и Подмосковья. На бесплатный проезд в электричках региона выделили более 4 миллиардов рублей. Около 3 миллиардов ежегодно будет выделено с 2019 года на предоставление льгот в метро. Мособлсберком проведет 19 июля круглый стол для наблюдателей на выборах губернатора Подмосковья. В ходе круглого стола обсудят нововведения в избирательном законодательстве. Выборы губернатора Подмосковья, отмечу, состоятся 9 сентября.